С 8 сентября авиакомпания «ЮТЭЙР Экспресс» прекратила прямые рейсы по маршрутам Наринмар-Архангельск, Наринмар-Киров и Наринмар-Сыктывкар. Теперь добраться до этих городов из Ненецкого округа можно только с пересадкой в столице или Санкт-Петербурге. В «ЮТЭЙР Экспресс» отмену рейсов обосновали изменением подхода к маршрутам. Сейчас в окружном управлении ЖКХ и строительства ведут переговоры с компанией «Норд-Авиа». Как пояснила начальник ведомства Валентина Саутина, этот перевозчик готов увеличить количество рейсов в сторону Архангельска. Глава региона Игорь Кошин поручил управлению провести переговоры с «Коми-Авиатранс» насчет перелетов из Наринмара в Сыктывкар. Решить вопрос с перелетами должны до 15 октября.